Всем привет! Сегодня у нас довольно интересное видео. Будем сравнивать лазерные дальномеры или лазерные рулетки. Значит, вот это Xiaomi. И по цене давайте сразу. Приблизительно скажу без центов. Около 16 долларов. Вот это самая дорогая Sandvay, что ли. Около 20 долларов. И вот это самая дешевая 15 долларов. 15 там и пару центов. Вот эту, кстати, скажу, заказывал очень-очень много раз. Сейчас, пока я снимаю видео, тоже едет несколько штук вот таких. Ну, в общем, это самая популярная, это самая красивая, это самая, наверное, навороченная, такая приятная. Ну, каждая имеет право на свое существование, давайте их рассмотрим. И самое главное, сравним по точности. То, что... Дизайн это дизайн, а все-таки рулетка нужна для точных измерений. Так, поехали. Так, дальше смотрим по комплектации. Здесь есть шнурочек на руку и кабель для зарядки. Здесь самая богатая комплектация в этой самой дорогой рулетке. Здесь есть чехол, кабель и шнурочек. Это очень классно, когда есть вот такой чехол. И в этой есть только шнурочек на руку. Все, давайте коробки в сторону. По размеру. Значит, это дешевая, самая большая. Это поменьше и такая поуже. Ну и Xiaomi-овская, самая элегантная, алюминиевая. Ну, то есть она, конечно, самая красивая. Но это тоже не всегда хорошо. Маленький экран, то есть уже видно намного хуже. Нужно присматриваться, если у людей плохое зрение. Дальше здесь, вот у этой дорогой, как видите, есть водяной уровень. У этих уровень, вот он, видите, бегает цифровой, такой же и здесь. Вот тут он тоже вот мелкий-мелкий в углу экрана, то есть ярко очень светит экран, кстати, тяжело рассмотреть и будет неплохо видно на видео. Но я думаю, мы справимся, сейчас уменьшим на фотоаппарате. Вот, значит, по функционалу они в принципе одинаковые. В этой вот Xiaomi маленькой тоже есть еще дополнительная кнопочка, переключаются возможности измерения площади, объема, там, углов, гипотенузы, теорема Пифагора, там, в общем, разные-разные комбинации. То же самое есть в этих рулетках. То есть по функционалу да, но в Xiaomi нету памяти. То есть здесь вы можете сделать несколько измерений, добавлять его в память, потом отнимать, прибавлять. То есть совершать какие-то действия, здесь вам придется все либо запоминать, либо записывать. Но это когда сложные измерения, например, у вас измеряете площадь комнаты, нужно вычесть площадь окна. Здесь это можно сделать прямо на рулетке, здесь вам придется делать это в голове или отдельно. Вот, ну в остальном функционал у них в принципе одинаковый, все работают по формуле. Хорошо себя зарекомендовали. Так, давайте измерим простое самое. Вот от стола до потолка. То есть мы направляем просто луч вверх. Везде у нас стоит измерение с отсюда. То есть нажатие первое, загорался индикатор. Нажатие второе, измеряет. 2209. Вторая рулетка. 2210. Так. Ярко светит. Вот. 2200. Видите, там темный экран и светлые цифры, поэтому на видео отлично она работает. То есть не нужно ничего выдумывать. Здесь нужно убавлять яркость. Так как наоборот, светлый экран и черные цифры. Так, значит, мы видим 1000. Это классная погрешность, небольшая. Так, 2217. Тут все-таки еще яркий экран. Так, здесь уже приличная, как видите, разница. Еще раз давайте. Может, что-то пошло не так. Кстати, вот, может быть, вот это место плюс-минус очень сильно зависит. 2218. Нет. 2217. Кстати, сейчас мы ее сможем откалибровать.
Значит, сделал я калибровочку здесь, подстроил, выключил экран, чтобы лучше было видно. И давайте сделаем измерение еще раз. Так, 2208. Тут неизменно 2211, 3 тысячных. Два 211. Так, ну эти рулетки показывают абсолютно одинаково. Это 3 тысячных меньше. Переместимся на стену и измерю расстояние до между стенками. Так, вот здесь может быть, конечно, обои рифленые, может быть, и какие-то миллиметры разницы тоже могут быть. Так, 3 468, 3 400, ну, 47 46. Так, есть небольшая погрешность. Три 47. Значит, 3 47. И это 3 46. Давайте еще дадим ему шанс. Так, здесь 3 47. Здесь 3,47,3. Здесь 3,47,4. В принципе, ну, очень-очень хороший результат. Опять разница у нас в 0,003 миллиметра. Ну, такой точной калибровки нет здесь. Но вот эти прям идут нога в ногу. И давайте еще напоследок сделаем какое-то сложное измерение. Для того, чтобы... подсчитать. Ну, например, давайте измерим объем этой комнаты. Ну, мне неудобно будет, наверное, ходить прямо с камерой за объектами. Я надеюсь, вы мне поверите. Сейчас я измерю высоту, ширину и, ну, в общем, полностью объем. Значит, для этого здесь есть вот такое. Видите, это площадь. Ну, тут метр квадратный. Задаете 3 значения, и оно высчитывается. Точно так же на всех рулетках. Сейчас я это сделаю. И вам уже покажу результаты. Произвел я все замеры. Давайте посмотрим. Так, все видно. Значит, вот по длинам. Там как-то оно считает одна выше, другая. Первая, вторая, ну не важно. 2,55, 2,56. 3,49, 3,49, 1 тысячная, и 4, ну, в общем, эти вот, смотрите, прям по цифрам, 4,931, просто там вверху, там внизу, прям одна в одну. Так, здесь 4, в общем, разница в таких больших измерениях тоже очень небольшая. Не думал, что оно отключится. Вот, в принципе, все они показывают очень хороший результат, эти две особенно точные. Сяомовская близкая к ним, но чуть-чуть уступает. Но уступает, мне кажется, из-за того, что вот площадь вот эта, да, когда вы ставите, вот если на столе, то оно будет нормально. А если вот на стене и дальние измерения, уже там есть, может, у вас рука дрогнуть вот из-за вот этой площади опоры, более точное измерение, мне кажется, из-за этого. То есть вы немножечко как бы наклонили, чуть-чуть там, капелька, уже угол изменился и уже миллиметры добавились. В общем, в принципе, рулетки работают хорошо. И здесь наши вот все значения в памяти, видите, есть. Вот, кстати, память. Что здесь хорошо? Вот мы делали измерение, да, вот этого объема. И мы нашли это измерение в памяти. Здесь такого нету. Это, ну, это плохо, да. Вот не успел снять видео с... потух экран, все, числа уже нету. Так, здесь что? Кстати, здесь еще тоже вот корпус такой прочный. Ты, если конкретно каждый день на работу носить,
то это такие вот рулетки тоже лучше. Тут ударопрочный корпус, и где-то если упало, если что, не страшно. Здесь это более нежное, это, я считаю, это чисто домашняя, не рабочая, а такая красивая вещица. Ну, если надо, там раз в год или раз в месяц померить что-нибудь. Так, здесь по памяти. Вы делаете измерение, и на память нужно нажать и подержать. Тут он засветилась, она нажалась. Дальше обязательно не жмите на вот это off clear, а опять нажмите на измерение. И вот оно у нас есть в памяти, это число. Обязательно, когда вы делаете измерение, нажимаете на память и держите. Это с одной стороны плюс, другой минус, так как вот эта рулетка в памяти сохраняет автоматически все. Вот. А здесь нужно это действие совершить. Не знаю, что лучше, что хуже. С одной стороны, забыли, но она запомнила, а с другой стороны, она забивает память ненужными цифрами, которые вам потом не нужны, и вам потом нужно листать, чтобы найти там нужное вам значение, которое вы там сохраняли. Здесь сохраняет только то, что вам нужно, но нужно не забывать это делать. Вот такие две особенности в этих двух рулетках. В этой памяти нет совсем. Вот. Это, ну вот я считаю, это декоративной, красивой домашней вещицей для измерений. Очень редкие, там просто себе дома. А эти штуки уже профессиональные. Для рабочих, то, кто этим сталкивается ежедневно. И корпус более к этому предназначен, и экран, и все остальное. Ну а вы выбор делайте сами. Ссылку я оставлю на все рулетки под видео. Вы были на канале «Взагали по заглям». Всем пока!